Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю мандариновый ликер. Итак, смотрим. Итак, мандарины я хорошо промыла под горячей проточной водой вместе со щеточкой, чтобы смыть с них консерванты, которые наносятся для их длительного хранения. И теперь аккуратно снимаю цедру, только верхний слой. Буквально прохожусь два раза теркой и переворачиваю. Теперь в банку я отправляю цедру, палочку корицы и заливаю все водкой. Накрываю плотной крышкой, хорошо и интенсивно взбалтываю и оставляю в темном месте при комнатной температуре примерно на 5-7 дней. Из оставшихся мандарин я выдавлю сок и переливаю его в кастрюльку. К соку добавляю сахар, ванильный сахар и воду. Все это доведу до кипения и проварю, пока сахар полностью не растворится. Сироп закипел, все хорошо растворилось, и теперь даю ему остыть до комнатной температуры. Мандариновый сироп остыл, я его перелила в баночку и отправляю в холодильник также на 5-7 дней. Прошло 7 дней, и обе жидкости можно теперь смешивать. Я налейку одела марлю, которую сложила в несколько слоев, и аккуратно все буду процеживать. Сначала процедила водку, настоянную на корице и мандариновой цедре, а теперь также процеживаю сироп. Полученный ликер желательно выдержать в прохладном темном месте 10-12 дней. Хранится такой ликер в холодильнике до 2 лет. Ликер получается очень вкусный и ароматный, великолепный напиток для новогоднего стола. И сейчас самое время его приготовить. Успейте сделать его и вы, и хороших вам праздников!